Вот она, Конья. Это окраина. Мы в центр не въезжаем, потому что нам наш салон на окраине. Вот здесь будет свадьба. Смотрите, новостройки, какие огромные балконы. Они не то что вот длинные, да, от одного края до другого, они еще и широкие. Моя золовочка, красотулечка. Bahçede mi öldürdün? Yok, salonda. Bahçede daha iyi güzel. Bu sefer ise maalesef. Abi siz şurada bir iki tane masa birleştirir misiniz? Emre, gel. Boş Emre. Murat, biz burada mı oturacağız? Hayır, salona çıkacağız da orada sigara karışılmıyor ya. Gelsene hayatım, ne bekliyorsun? Orada sigara içmiyor. He? Oy. А свадьба будет внутри, это просто временно снаружи садимся, потому что кто-то сигареты курит, не кто-то, а почти все курят. Блин, этот кошмар, я не выдерживаю вот этот табачный дым. Вот такой вот свадебный салон. Жениха, невесты и гостей пока никого нету. Мы приехали рано. Пока музыки нет, я вам сниму салон, потому что потом я разговаривать не смогу, будет не слышно. На турецких свадьбах обычно еды не бывает. Водичку, там газировку, какой-нибудь тортик дадут и все. Жених и невеста пришли и зашли в комнату невесты. Здесь такой обычай. А в салонах, в свадебных салонах есть комната невесты. Вот здесь стоит девушка в красном платье. Это сестра невесты. Вот оттуда должны они выйти. Вот мы все ждем. Полный зал людей. Надеюсь, недолго придется ждать. Замер орда вакилю. Проектор Скарбузе Цифилити Гезрефе. Жених и невеста заключают ЗАГС.
Sayın Serdar Derici Bey'in şahı bulunan Sercan Özgen'in nedeniyle, kendi isteğiyle, evli bir konu hakkında. Evet. Nikah şahitlerimiz, nikahımıza şahidi gidiyorsunuz. Benim ve şahitlerin huzurunda evlilik istediğimizi sözlü olarak beyan ettiniz. Böylece nikah akdimiz yapılmış oluyor. Ben de seni şu anda itibariyle yasaların adı vermiş olduğu yediye dayanarak sizlerin kadar kılacağımı iddia ediyorum. Hayırlı bir yere gidiyoruz.
Поздравлять, надевать им денежки, монетки, вот на вот эти ленточки. Гости надевают, кто деньги цепляет, кто монетки золотые. Это отец, по-моему. Я не вижу со спины. Да, отец невесты. В голубом платьице и в фиолетовом платье. Это две сестры жениха. Жених и невеста мне понравились. Очень веселые. Они свадьбу плясали, не останавливаясь. В принципе, это турецкая традиция плясать. Но помимо того, что они плясали, они веселились, смеялись. Ну, шутники. Начинают родители невесты, вот мама и папа невесты. А нет, там самый первый кто-то со стороны жениха, на жениха что-то надевает. Короче, я всех родственников не знаю. На жениха надели золотую монетку. На невесту надевает мама жениха золотые браслеты. Пять, я вижу, шесть браслетов. Дальше. Это, видимо, из белого золота. Колье. Браслет. Не знаю, это какие камни, но золото точно. Что-то еще, сережки. Ну, это комплект полностью. Все вот это золото заранее обговаривается до свадьбы с невестой или с, там, я не знаю, с родителями невесты, кто что покупает. Это не бывает на свадьбе сюрпризом. Так, теперь мама невесты надела дочке браслет. И жених что-то надевает, я не вижу пока. Thank you.
считается это их традицией, целование руки, это проявление уважения. Отец невесты, дочки надевают браслет. Жениху, по-моему, часы надели. А, нет, серебряный браслет, по-моему. Ну что-то там есть, то ли белое золото, то ли серебро. Это сестра невесты. Она тоже что-то надела, я не обратила внимания, что... Ну, короче, вот так вот, по очереди все будут надевать что-то. Денежки, а, монетки пошли. Вот там сзади вот это вот народ все еще надевает золото, денежки. Еды на свадьбе не было. Принесли напитки. Принесли напитки, газировки, были печенюшки, сладкие, соленые и пирожные были. Вот. Был свадебный торт, макет, я не стала его снимать, не вижу смысла. Вот и все. Сейчас, после того, как наденут все деньги и золото, все поздравят жениха и невесту, будут продолжаться танцы. И все, больше ничего не происходит.